Приветствую вас на канале SportCars. Начинаем обзор коллекции Turbo Attax по Формуле 1. Спустя долгие годы наконец-то удалось компании Tops приобрести лицензию на производство продукции, связанной с наклейками, с карточками по Формуле 1. Наконец-то у коллекционеров появилась возможность добавить в коллекцию лицензионные карты. В скором времени появляются, да уже, по-моему, появились наклейки. К сожалению, в России они не распространяются, но у нас на канале, у нас на сайте можно приобрести карточки Turbo Attax по Формуле 1, сезон 2020. Все герои этого сезона в этой коллекции, начиная от чемпиона Льюиса Хэмилтона и заканчивая Даниилом Квятом. Ну что ж, посмотрим пакетики. Пакетики трех видов есть. Такие. Ну и, конечно, с Хэмилтоном в главной роли. Ну что ж, давайте начнем с пакетика, на котором у нас Боттас и Леклер представлены, главные действующие лица. Ну и посмотрим, как выглядят карточки по этой коллекции. Так, ну это что-то, так, какой-то купон для виртуальных игр. Так, первая карта это у нас стратегия Формулы 1. Это, видимо, какая-то игровая карта, да, для того, чтобы можно было использовать ее в игре. Да, она дает какие-то дополнительные бонусы. Вот, давайте перейдем к гонщикам. Серхио Перес. Первая карточка. Под серия Flashback. Так выглядит эта карта. Ну что ж, симпатично, в общем-то. Симпатично выполнено все. Так выглядит обратная сторона. Это, я так понимаю, базовая вариация, 98 номер. Это карта с двумя гонщиками. И к тому же Формула 2. Формула 2, здесь не так много карт по ней, но несколько карт есть. Гонщики этой серии также представлены. Тут китайский гонщик, насколько я знаю, дико популярный. Это дуэты. Далее, Карлос Сайнс. Испанец из Макларена. Так выглядит карта с ним. 29 номер в коллекции. Обратная сторона. Вот этот дуэт уже посерьезней. Феттель и Леклер. Представители Феррари. Ну что ж, очень даже. В гоночных комбинезонах два узнаваемых спортсмена. Думаю, что поклонникам Формулы 1 и Феррари такая карточка придется по вкусу. Ну, вот логотип Феррари, да, на обратной стороне подтверждает. Ну, а это у нас, я так понимаю, какая-то параллельная или подсерийная карта под серию Superstars. Здесь Эстебан Окон. Красиво смотрится карта. Гонщик Рено. Да, карта выглядит здорово. Ну что ж, давайте сюда вот ее установим. Посмотрим, что в других пакетах. Что нас еще ждет. Давайте уже с пакетами, на которых тут Леклер с Боттасом, мы скроем еще один пакетик подобного оформления. Есть помимо вертикальных еще горизонтальные карты. Сразу несколько подсерий, насколько я понимаю. Вот Leap Action. И здесь у нас Алекс Албан. Представлен 1 сентября 2019 года. Знаменательное событие. Ну, знатоки Формулы 1, я думаю, подскажут, что гонщик Red Bull'а в этот день совершил. Может быть, дебютировал в Формуле, может быть, какое-то другое важное событие произошло. Но, во всяком случае, это вот отсылка к гонке 1 сентября 2019 года. Это у нас базовая вариация Даниэля Рикьярда, гонщик Рено. Еще одна горизонтальная карта, на этот раз под серию Спидстер. И здесь у нас Антонио Джовинацци. Так выглядит карта за команду Альфа Ромео, насколько я понимаю, он выступает. Ну что ж, выглядит весьма симпатично.
гоночный болид представлен на этой карте. И снова Джовинаци, теперь уже вертикальная базовая карта, 54 номер в этой коллекции. Еще одна горизонтальная карта, на этот раз та же подсерия, что у нас уже попадалась с кем-то из гонщиков. Да, по-моему, Алекс Албан был, ну теперь 17 ноября 2019 года, и Антонио Джовинаци. Ну, под Джовинаци, посмотрите, три карты подряд, просто пакетик имени Антонио. Итальянский гонщик. Ну, я думаю, что кто является поклонником таланта этого гонщика, будет в восторге от такого пакета. Три карты разных подсерий. Ну и в конце снова подсерийная карта. Я так понимаю, что такие более редкие карты идут как минимум одна на пакет и идут как раз последними в пакетике. Вот здесь памятный момент. И это Карлос Сайнс. Гонщик Макларена. И отмечено также 17 ноября 2019 года. Важный момент в жизни не только Джовинаци, но и Карлоса Сайнса тоже был. Красиво оформлена карта. Здесь видите и эпизоды гонки, и портрет гонщика, и его уже после гонки, я так понимаю, фотография. Так выглядит обратная сторона. Ну что ж, давайте вместе с оконом Карлоса поставим и перейдем к пакетикам. В дальнейшем посмотрим, что у нас в пакетике, где главным действующим лицом Ферстаппен является, находится. Ну и вот классная карточка, Williams Racing, представление команды, Квити Болид, оба пилота. То есть такие командные карты по всем 10 командам, участницам чемпионата, также есть в этой коллекции. Здесь информация о команде. Я так понимаю, год основания команды, гонщики, ну и другая информация, результаты команды, история. Я думаю, что отлично собрать по всем командам такие карты, было бы шикарно. Дальше Даниэль Рикьярдо. Его мы уже видели. Идем дальше. И Кими Райконен. Ну, у этого гонщика, я думаю, огромное количество поклонников за команду Альфа-Ромео. Выступает он сейчас. Опытный, можно сказать, легендарный гонщик. Ну а вот и Макс Ферстаппен в пакетике с его изображением на обложке. Собственные карты с ним также попалась. Здесь отмечена гонка 28 июля 2019 года. Гонщик Red Bull. Ух, ну а здесь по Ферстаппену-то не только такая карта. Ну посмотрите, это Gold Race Winner. Называется подсерия, насколько я понимаю. Шикарно смотрится. Я так думаю, что это достаточно редкие карты. Смотрится отлично. Здесь есть разные вариации Limited Edition карты, и золотые, серебряные, и бронзовые. Но если это о них идет речь, то это очень похоже на золотую. Ну, собственно, и Gold Race Winner. И дальше снова Ферстаппен. Ну, посмотрите, у нас пакетики. Прошлый был по Джовинаци, если не ошибаюсь. То есть здесь у нас Ферстаппен просто во всех проявлениях. Также три подсерии, причем две таких достаточно редких. Максимум Атак. Агрессивный гонщик. Ну что ж, две отличные карты. Это обратная сторона их. Я думаю, что для поклонников Ферстаппена уж этот пакет-то точно был бы желанным, насколько это только возможно. Ну что ж, откроем еще один пакетик. Снова на обложке Ферстаппен. Я сомневаюсь, что и там будет столько же карт по этому гонщику. Буду очень сильно удивлен, во всяком случае. Здесь у нас Rain Master. Это тоже стратегическая карта, ну, для игры. Те, кто использует эти карты для того, чтобы играть. Так же, как с футбольными картами, Match Attacks, можно, да, играть на специальном поле. Но большинство все-таки использует их как коллекционный материал, памятный, хранит в альбомах. Продолжаем с Ферстаппеном. Ну, просто тут пакетики. Я уже боюсь, что все остальные тоже будут с ним, но думаю, что вряд ли. Базовая карта, ее, кстати, не было в предыдущем
пакете. То есть у нас с двух последних пакетов 4 разных карты Макса Ферстаппена. Шикарно. Пьер Гасли, партнер Данила Квята по Альфа Таури. Перспективный гонщик. 41 номер в коллекции. Это то, как оценивают его скиллы производители. Ну а вот из Формулы 2 вторая карточка нам за 4 пакета попадается. И представитель одной из команд Формулы 2. Возможно, когда-то оба или один из них заявит о себе в Формуле 1. И эти карты будут вспоминать как дебютные. Смотрим дальше. Ландо Норрис. И вспоминается 31 марта в связи с ним. Фрагменты той гонки. Представитель Макларена. Ну и в завершении Вальтери Боттас. Хороший сезон провел гонщик. Представитель Мерседеса. Ну и здесь видите памятные моменты. Также представлены. Это Гран-при России, кстати, 30 апреля 17 аж года. Вот так вот. Ну что ж, красивая карта. Боттас был, если не ошибаюсь, серебряным призером этого сезона. Так что, ну, в тройке точно был. Ну и завершим пакетиком с чемпионом, которого еще и к рыцарскому титулу, насколько я слышал, собираются представить в Великобритании. Так что Льюис Хэмилтон, посмотрим, что внутри. Надеюсь, что карточки с ним так же обильны, как с Ферстаппеном в именном пакете окажутся. Сейчас посмотрим. Ну, сначала игровая карта, стратегическая, что-то связано с финишным флагом. Переходим к гонщикам. Кевин Магнуссон, датский гонщик из Хааса. Из этой команды, по-моему, не было еще представителей у нас. Ну и, конечно, Льюис Хэмилтон. Ну а куда без него? Чемпион, уже, можно сказать, легенда Формулы-1 наравне со всеми великими предшественниками. Великий британец, выступающий за Мерседес. Ну и Даниил Квят. Да-да-да. Вот так. Неизвестно, какое будущее у Даниила будет в Формуле-1, но карточку с ним мы вытащили. Отлично. 28 июля 2019 года здесь представлено. Ну, судя, у него тройка в руках. Не тот ли это момент, когда он попал на подиум? Опять же, если есть среди зрителей знатоки, подскажите. Я делаю ставку на то, что это была та самая гонка, когда Даниил попал на подиум Формулы-1. Запоминающийся момент для всех российских гонок, для поклонников Формулы-1, ну и для самого Даниила 100%. Ну что ж, отличная карта. Ну и здесь у нас, посмотрите, Льюис Хэмилтон. Тоже портрет. Под серия Gold Race Winner, Max Verstappen, Льюис Хэмилтон. Два, наверное, самых ярких сейчас гонщиков Формулы-1. Вытащили мы две карты с потрясающим рейтингом, посмотрите. Ну а как иначе, это топ гонщики Формулы-1, да, и вообще на данный момент. Ну и еще одна карта, также переливающаяся под серийной, это у нас Rising Star, восходящая звезда, Чарльз Леклер. Гонщик команды Ferrari. Красивая карта. В принципе, коллекция выглядит просто шикарно. Я думаю, что те, кто смотрит Формулу-1, болеет за кого-то из пилотов, с удовольствием приобретут. Заходите на наш сайт, под видео описание есть все ссылки на наш Инстаграм, на наш сайт. Заходите, приобретайте. Отличная коллекция. Всем удачи, пока.